Ждем шпида. Вот-вот должны приехать. Говорят, что едут. 1-0. Оля Гурьянова. Видишь, Нина? Подожди, я снимаю. Ну, не надо. Таня, тут же Тимофея. Это директор школы. Hello. Min tårta. Hörni, svenskar, nu kommer en stor sed här. Va? Ska ni vara med här? Den slaviska välkomstscenen består i att här kommer det ett barn med ett bröd och salt. Och då ska man bryta en bit av brödet. Då ska man doppa i saltet var det nu är någonstans. Jag är så happy to be here. Okej, but could be bad, yeah? No, it takes a long time. Oh. How do you like it? Is it rather tasty or not? It's not for taste, but for habit. Yeah, just a habit, such a tradition. Активный, я всю жизнь теряюсь. Привет. Идет распределение по семьям. Дети готовятся к спортивным соревнованиям со шведами. Наверное,
Все готово к игре в шахматы. Ира! Ира! Малуша! Готовимся к Спортландии. Пряли пряжу вечерком. Говорит одна девица, шевеля двумя пальцами. Первая команда «Ладушки», вторая команда «Слоники», третья команда «Пешечки». «Пешечки» пока впереди. Команда слоников потеряла палочку, но вовремя ее нашла. Атмосфера напряженная. Это болельщики. О, тут по-взрослому подходят. Победила команда «Ладушки». Так, победители. Команда «Ладушки». Два ведущих игрока команды «Ладушки». Это две первые доски команды 5-го Ч-класса. Марат и Женя. Приготовили к эстафете номер 2. Тут разложены какие-то кольца по полу. Сейчас что-то будет. У каждого мусорка в мусорке какие-то прибамбасы. Конкурс называется «Посадить и собрать картошку». Однако ладушки, проба, а сейчас начало. Марат за
застрял в картофелиной. Да, не очень-то просто посадить такую картошку. В этом конкурсе победила команда слоников, команда номер 2. Третий конкурс. Надо обручем гнать мячик вокруг. Марат показывает чудеса героизма. Остановка накаляется. Даже не могу сказать, какая из команд впереди. Но одна волнуется больше. Победила опять команда «Ладушки». Конкурс номер 3. Не потеряй штаны, называется. Интересная картина. Свет в русских шароварах. Конкурс. Надо прогнать шарики с теннисными ракетками. Марат старается, да, первый пришел. Женя увлеклась. Своя тактика. Как провести этот маленький воздушный шарик? О!
своеобразно. Главное правильно, ну-ка. О! Конкурс для капитанов. Надо попасть в мусорку этими подушечками. Конкурс перетягивания каната. С одной стороны ладушки, с другой стороны слоники. Как могут. Ладушек тянут. Ну, конечно, слоники-то помощнее, да, они же на то и слоники. Так, похоже, ладушки сдаются потихоньку. Нет, возвращают на исходную. Заносит слоников. Видать, ладушки там напряглись. Да, напряглись. Так, что у нас тут с показателями? Так, уже в сторону ладушек перевес. Нет, колеблется опять в сторону слоников. Непонятно. Борьба жесткая идет, да. Так, похоже. Да. Слоники победили ладушек. Теперь все те же слоники будут мочить пешечек. Ну, если у них, конечно, сил хватит. Так, подготовительный этап. Судья на линии. Фальшпарк. Ага, уставшие слоники. За полсекунды замочили неуставших пешечек. Ну надо же, а. А теперь борьба за второе и третье место. Слева это у нас ладушки. Справа у нас пешечки. Слоники непревзойденные победители, а тут борьба не на шутку. Эта центральная тряпочка, она склоняется то в одну сторону, то в другую. Болельщик умоляет Маратика еще чуть-чуть. Где там Маратик? А, Маратик как капитан зубами вцепился в канат. Так, что-то у них тут получается. Нет, пешечки не сдаются. Не знаю, да. То ли ладушки, то ли пешечки. Туда-сюда. Судья присудил ничью. Как мы и говорили, есть, конечно, первое, второе, третье место, но победила дружба. Заканчиваем нашу трансляцию. Пригласили всех к столу. Детей пригласили к столу. Поэтому получился большой русский стол. Шведские дети проголодались, наверное, и наши тоже. Мы находимся в кинотеатре имени Пушкина. Дискотека будет здесь. А все, что останется от детей, будут слышать взрослые.
Надоело ему уже снимать, уже просит отдохнуть немножко. Бог и бил, говорит, засыпаю, засыпаю, уже устал немножко, устал, ничего страшного. Сейчас дети покушают, наверное, будут танцевать, дети покушают, сейчас будут танцевать. Поехали дальше, снимай, снимай дальше. Сейчас вообще дискотека. Они ездили чуть позже по городу. Ездили с экскурсии по городу, сейчас приехали немножко перекусать, и дети будут танцевать.
хотим вам подарить сувениры, которые подготовили вот наши родители и дети 5 класса. And now we are going to give you some presents, which were prepared by the parents. Nu kommer ett ögonblick då de vill ge oss presenter, och det är från familjerna som vi har bott hos. Det vi передаём слово родителям. We give the floor to our parents. Okay. Now the parents take over. Идет вручение подарков шведам. Вручение подарков шведским родителям. Шведы дарят подарок школе. Я буду переводить сразу со шведского на русский язык. Vi alla svenska barn och föräldrar skulle vilja tacka skolan och То есть она, мы шведские дети и шведские родители и учителя в первую очередь хотим поблагодарить школу вашу, детей ваших и родителей, которые так нас приняли хорошо. Alla har vi upplevt en fantastisk tid hos er som har gått till våra hjärtan omedelbart och som vi aldrig kommer att glömma. Och vi hoppas lika väl som ni att vi ska kunna förbli vänner och att vi hoppas även att ni ska kunna få komma till oss hemma i Stockholm så fort som möjligt, troligtvis kanske någon gång under våren år 2000. Ваш радушный прием очень поразил наши сердца, и поэтому этот такой прием всегда останется у нас в памяти. И мы надеемся, что наши отношения дружеские продолжатся в будущем, и мы думаем, что или вы к нам приедете весной, в первую очередь, а потом вы. Не знаю, что это, но вот это подарок в школе. Там еще что-то. О, еще что-то. И подарить им подарки детям. Вашим детям, которые идут участвовать. Поэтому, пожалуйста, подходите. Дарят подарки нашим детям. Kort på de här fått i de här högarna. Ligger kort i högarna. Då får jag nya högar. Переведи. Я? Диплом
Стокгольмской шахматной федерации 3-5 ноября 99 года. Память о встрече между школой-гимназией номер 30 и школой, я вот не знаю, как она переводится, шведской школой. Это специальное название, но мы его не прочитаем. Менее торжественная часть церемонии – прием водки. На водке все как-то происходит гораздо более коммуникабельно, что ли. Вот, здесь немножко собрались родители и шведские детей, и наши родители собрались, как мы называем, drink chips. Ой, шип, как это есть. Drink дружбы. Friendship, friendship drink. Friendship. Friendship drink мы называем это вот тут. Поэтому, ну, понравилось им, конечно, понравилось. Мы так вот говорим, понравилось им. Они жалеют, что только всего лишь один день в Гродно. Они бы с удовольствием бы остались еще на несколько дней. Но самолет завтра у них уже в обед из Минска самолет, поэтому они завтра вынуждены рано утром выезжать. Вот, поэтому не знаю, как тут получится. Темновато немножко. Что-то разговаривают, тут, конечно, достается Ларисе опять переводчик, нашим достается. Ну, кто-то нашел там своих переводчиков, кто-то как-то что-то там. Где-то как-то так вот находили переводчиков. Помогай! Помогай!
банкует. I have a friend who is from St. Petersburg. Her name is активное общение. And she had once, I told her, you must поцелуй меня в плечо. Read Russian for me. Завершающий этап нашей программы. Народ расходится. Русские пытаются объясниться по-английски.